Ну вот, дорогие мои гости канала моего и подписчики, вот еще один случай. Знакомая уже клиент, пациентка наша. Достаточно времени пропустила она, вот видите, какая она была, и вот отекла. Ну это жизнь взрослых людей, такая участь. Сейчас будем возвращать ее, афродитизировать ночную, как всегда. Я вот только что сделал голову. О, вы у меня сейчас какая. Я вот этот метод, когда я воротниковую, называю так нежно нефертитизация, чтобы шея была как у нефертити. Вот, опять все сейчас. Угу. Вот лестничные сзади. Так, еще раз. О, уже военная связка стала тоньше у нее. О, прям тоньше на глазах стало. Опять трапеция. Стали больноватые, вы видите по ней, что она ежится. Но ничего, зато. Вот весь резерв, видите, она как порозовела. Кровь пошла. О, сразу даже шейный позвонок, уже седьмой вот этот шейный, уже стал прощупываться. И на которые люди у меня побывали, к ним уже так придут, только прикоснешься уже сразу. Вот, начинаем. Так, вот сейчас я левую заднюю лестничную мышцу. Если можно подольше, не 30 даже раз, я обычно делаю. Подошвы. Это как бы отсасывающее. Из головы все отсасывает. И потом от седьмого трапецию пошел туда. Ну аж похрустывает у нее все здесь. Вот результат, смотрите, как покраснела сразу вот эта левая сторона, ну, и правая трапеция. О, здесь вообще у меня правая. Ну да, конечно, сейчас пациентке больно, но зато когда я прекращаю вот это, о, когда я второй раз буду повторять, уже и легче будет. Ну это трапеция у меня получше. Вот она аж стонет немножко. О, вот видно, видите, как сразу отек сошел, прям вот визуально видно. Вот некоторые берут, я не знаю, почему они это делают, неужели это трудно? Берут вот так удобно, туда делают, потом у человека голова болит, это преступление. Кровь венозная вот так идет, нельзя вот так туда. Во-первых, это все, черепное давление повысится, инсульт может произойти геморрагический. Вот видите, как я? От основания головы вниз, вот, отсасывающий. Просто я быстро делаю, а вот так медленно покажу. Во. Видите, вот я подушечкой большого пальца давлю туда, а этим пальцем я держусь.
Вот ей уже полегче стало. Пока я работал на этой стороне, здесь уже то, что я процесс включил, уже рассосалось у меня. О. Видите, как она меняется? Результат на лицо. Поднимите. И вот какая шея сразу стала у меня. Никаких таблеток, никакой химии. Так, ну вот. Воротниковую зону мы сделали, нефритизацию. Сейчас вот видите, какая спинка у нее отекла тоже. Сейчас будем делать афродитизацию. Также разотрем ее. Ну-ка, что у нее здесь сейчас проверим. Ой. Весь грудной отдел у нее. Вот прям вот дегустация. И здесь у нее. И здесь. Ну вот, так видно. Видите, вот заплыл позвоночник, вот это орычка ее. Сейчас мы его будем восстанавливать. Слишком долго растирать я не буду. О, вот как натягивается тяжело это. Надостистая связка. Это потому что под кожей много болота. Ну это, подкожно-жировой жидкости. Как говорит доктор лимфолог Бутакова, болото. Сейчас мы это болото будем из нее выдавливать. Продавливаю лимфососуды и куда? Лимфоз, да. Сразу спинка ее станет изящной. Ага, вот змейку. Так, так, приятно? Угу. Вот змейка всем нравится. Еще не было никого, кому она не нравилась. Вот не так рвать, а вот один палец туда, вот так. Сегментики пройдем. Так, вот, точнее. Как тут, не больно? Чуть-чуть. Вот. А вот это не любят, потому что вот как раз здесь сустав между сегментом позвонка и ребром. Зарастает, спина становится как панцирь в этой, у черепахи. Вот она даже постанывает.
Все. Только еще раз пройду я вниз. О, уже по... нет, отсюда дальше лучше. Угу. Вот большими пальцами. Соцнакопления здесь большие. А, поехали. Ну вот лучше, от позвонка туда, вон, туда. Поперек мышц, как бы, вот сюда же идут, как бы их растягивать. Вот здесь у меня тоже соцнакопление. И, конечно, неприятно это, но это необходимо и полезно. Ну, как у нее. Зато сейчас, если ей было больно, она была же инсулит сейчас. Вот сторона получше у меня. Опять же напоминаю, это классический метод. Ничего не бью, не выворачиваю, не заламываю. Правое глазное яблоко на левую ягодицу никому не натягиваю. Просто с мышцами работаю. Не стучу кулаком. Наш метод так. Если помочь не получится, вреда не причиним. Вот она, вот. Ой. О. Ну-ка. О! Вот сейчас я уже и нам, вот видите, аж прям орычек сформировался. Сейчас буду делать я уже лимфодренажный массаж. Лучше, чем с маслом, этот массаж не сделаешь. Чтобы именно по ходу-то прогонять все. Все это болото продавливаю туда через этот лимфососуд. Ой-ой-ой. Вот паравертебрам. Вот у мужчины я показывал, где он спокойно. У него с правой стороны от остистых отростков заросло все. Вот это паравертебральная зона. Почему? Вот я. Вот пальцы рогаткой. Вот так можно. Вот так я прикладываю, чтобы как на лыжах. Так. Сейчас я приподниму так. Что такое? Вот так же здесь, особенно у женщин, склонность холки наращивать.